Я вас приветствую. Сегодня у меня шкаф галактик. Все работают, шумно будет. Такой вот шкафчик. Один минус, что он собирается только лежа. Сейчас буду переделывать, уголочки ставить. Потому что его по-другому собрать здесь никак. Верх на минификсах, а низ у нас на конфирматах. И шкафчик такой веселый. Е1, шкафы отдыхают. Тоже в коробах все. Но все на алюминиевой, на ристовской системе. Ящики собрал, все в принципе подготовил. А у шкафа ножки. Вот они. Места у меня нет, буду включениями. Там лапс не получится. Потому что проходняк идет. И камеру негде поставить. Ну и самое интересное. Нахожусь я на ЮБК, южный берег Крыма. Дальние апартаменты. Пляжик здесь классный. У меня много видосов с подводной съемки повыходило с этого пляжа. Так, я много снимать не могу, так как двери ставят, здесь кухню заканчивают, тут сейчас провода делают. Ну, сейчас обед пока, здесь хаос полный. Я не могу снимать никак. На проходе ни камеру поставить, ничего я здесь не могу сделать. Собрал шкафчик, наверное, с задней стороны начну. Стены у нас вообще тут вот так вот все. Ни одного ровного угла нет в этой комнате. Там, наверное, и то может не быть. Так, вот такая вот конструкция. Все полки, все-все-все я прокручиваю, чтобы ничего не отходило. Хорошо, хоть сверху пазика нет, чтобы хоть как-то можно вставить. Так. Эту часть я собрал на конфирматы и поднял. Тут хоть как-то, так как она невысокая, получилась. А боковые я поставил на черные. Не видно будет. Вот. Ну, у меня черных было мало, а там серебристые. Только в видных местах поставил черные, чтобы они сливались. Вот такие хафелевские уголочки. Они черные, хромированные, белые. Они мне безумно нравятся. Блин, ценник. 20 рублей, по-моему, за штучку. 16 или 20, точно не скажу. Ну, классные. Даже если поставить и хром, трубы идут хромированные, и то все классно выходит. Ну, и то же самое так полочки усиливать. Потому что чаще всего, когда на рафиксах, ну, всякое бывает, залазят, ломают. А почему здесь такой хаос идет? Потому что у нас середина мая, уже конец, можно сказать, так мая. А это апартаменты на берегу моря. Понятно, что должно работать. И идет полный хаос. Не могу я снимать, честно. Шкафчик такой специфический. Да, хотелось бы полностью все процессы показать. Ну, они редко бывает. И все выходит так, что ну не заснять все процессы. А так тут главное с этим шкафом не спешить по сборке. И то, что мне не нравится, то, что нет опор регулируемых. Ну, всегда их можно доставить. 28 мм обычный под конфирмат, который затягивающийся. Под конфирмат, под шестигранник. Которые вот идут в таких шкафах, самых примитивных. Ну, и получается вот такой вот пылесборник снизу. Ну, при желании пылесборник я уже показывал, что можно заделывать. ДСП-шечку врезать и вклеивать. Ну, вот эти вот шкафы по обычной системе. Вот они. Мне нравится собирать больше, скажу честно, чем вот такие вот. И по дверям сейчас дойдем. Вот двери я уже здесь покажу. Если мне дадут снимать, я уже покажу здесь. Вернемся еще раз. Все выставил. Снизу положил клинушки. Клинушки положил мебельные. Но у меня еще есть... Так, те, наверное, у меня закончились. У меня с собой еще использую вот такие вот зубровские. А это я ставил, да, показать не смогу, обычные клинушки, которые ломаются. Да, я их все поставил, которые ломаются. Ну, отламывать сколько нужно, коричневого цвета. У нас они в продаже белые или коричневые. Все, поэтому все. Штанги. Шкаф по сборке универсальный, можно на сторону выбирать. Ну, мне сказали, вот как нарисовано, так собирай. Я так и собрал. Ящички у нас не полного выдвижения, а частичного. Ну, такие модули. Классно, что в один цвет все. Так, саморезики я подкрашивал. Внизу поставил спрей-шайбой. В комплекте идут просто черные, но они некрасивые. Я их черной красочкой подкрасил. И уголки, те, что были, два серебристых, я их тоже покрасил. Сотрется, да, но главное, что вид. И почему профиль на саморезы? Указано крепить на саморезы. Они кладут черные, но черные обычные, вы сами понимаете. Они такие себе. Я не хочу вот такие вот крутить. Я спрей-шайбой покрасил, все, можно было приклеить его так, как шкаф от салона. Там гарантии, какие-то правила указаны на саморезы. Я креплю на саморезы. Все, пришел бы я не от салона, я бы прикрепил бы на двухсторонний скотч, склеим бы. Все. Ну, уже мухи облюбовали, две мухи залетели, сидят на стилевском шкафу. Так, перехожу я
шкафу. Вот у нас все профиля. Здесь все аристовское. Комплектующие. Вот еще две пачки комплектующие. И вот стекла. Стекла. Вот, кстати. Надо открывать, смотреть, почему пачка. Я вот снимал, почему оно так. Как у Е1. Надо опять, ну, нужно на каркас собирать. Только здесь они идут не на ЛДСП, а на алюминий. Ну, все покажу сейчас. Есть инструкция. Вот как они надо. Нужно правильно ручку поставить, нужно в ручку поменять саморез, а то он вылезет. С обратной стороны. Это нигде не указано здесь. Это уже с опыта. Полная инструкция есть. Главное все действовать правильно. И еще один такой момент. Саморезы, там профиля идут без засверловки. Или сбитая со сверловкой. Я точно не помню. Что-то там не так. И в комплекте кладут вот такие вот саморезы. Ну, приходится сверлышком сверлить. Я использую обычного. Как они, блошки по профилям. Вот их использую. С ними быстрее выходит. Так как вот в профилях отверстия не совпадают. Затем в засверловке под уголочки, под эти, тоже отверстия могут три совпасть, четвертое нет. Кстати, я вот на коленниках работаю. Вот когда тут грязь, всякое такое, вот в них классно. Потому что приходится всегда что-то подкладывать. Макитовские, кстати, мне вот эти понравились. Удобные очень. Провода, ток по рукам, телефон во все голоса говорит пока. Пора. И пальто на гвозде, шарф в рукаве и перчатки в карманах шепчут подожди до утра. До утра. Но странный стук зовет дорогу, может сердце, может стук в дверь. И когда я обернусь на пороге, я скажу одно лишь слово. Опять на вокзал, и опять к поездам, и опять проводник выдаст белье и чай. И опять не усну, и опять сквозь грохот колес не послышится слово. Так, ну что, шкафчик сейчас буду двигать. Дверку я собрал. Дверка выглядит вот таким вот методом. Все собирается. Вот. Отверстия не совпадают, все надо пересверливать. Все, и каждая дверка, у нее свой, ну, вот, левая один, второй левая, третий. И все по надписям собирать. Ну, чем-то такая вот по сборке долго, но зато получше, чем у Е1. Тут уже дверь как дверь. Правда, уходит много времени, спешить нельзя в этих моментах. И все приходит вот в коробах. Все, дверки поставил. Я там с доводчиком чуть-чуть его не так поставил. Ну, когда дверку собирал, показывал. Все, доводчики работают. Шкафчик интересный. Ящички ничего не задевает. Все выставлено. Всем спасибо за просмотр.